приветствую вас, и да, другое объяснение есть тому, что происходит, а другое объяснение в короткой форме можно сформулировать так. Ты окей, я нет. Смотрите, через весь ваш текст проходит одна линия. Он для меня очень много всего сделал, он мне все купил, он мне все подарил, я посмотрел в интернете, сколько это стоит. То есть, все вот это вот для вас, видимо, имеет очень большое значение. Также очень большое значение имеет для вас, ну, я бы сказал, все материальное, скажем так, как бы это ни звучало. То есть, смотрите, вы пишете, значит, я из простой семьи, пишете вы. То есть, из простой семьи, это надо начать определенное восприятие, да? То есть, если вы из простой семьи, значит, наверное, у вас есть, ну, грубо говоря, какие-то, может быть, свои мысли, какие-то, может быть, свои впечатления, какие-то, может быть, свои ожидания от мира и так далее. Может быть, даже есть свои какие-то потребности. Вот. Что происходит? Происходит то, что мужчина покоряет вас тем, что он для вас делает. Происходит то, что мужчина покоряет вас тем, как он себя с вами ведет. Встретил на улице, там, заказал тортики, оплатил счет и так далее. Вот ваше отношение к этому является самым, пожалуй, главным. То, что вы считаете себя ниже него, то, что вы, вероятно, вините себя за то, что не можете, например, оплатить то, что он для вас делает, или не можете быть для него как бы равны ему. То есть основная сложность в том, что вы не чувствуете себя равной ему. И вопрос, который я хочу вам задать, он звучит примерно так. Кто или что мешает вам почувствовать себя равной этому человеку? Почему вы не можете себя чувствовать равный ему? Понимаете? Далее. Какое значение для вас имеет то, что он делает? То есть я имею в виду, вот какое значение имеет для вас то, что, собственно говоря, мужчина за вас платит, мужчина вам, ну делает для вас какие-то вещи, да, и так далее. То есть вы как это воспринимаете? Как что-то само собой разумеющееся, например? Или, может быть, вы воспринимаете это как, просто как, ну как, вообще что-то фоновое. То есть, что для вас в отношениях важно? Попробуйте определить для себя хотя бы это. Потому что пока я вижу, что вы очень сильно в себе не уверены.
И эта неуверенность, она не может не чувствоваться мужчиной. И если он ее чувствует, значит, поэтому, возможно, и относится к вам именно так. То есть не боится вас потерять, например. Хотя, в принципе, мог бы, но не боится. Вот. Понимаете? То есть момент здесь, на мой взгляд, именно такой. Момент здесь, на мой взгляд, именно в этом, что вам нужно поработать над своим отношением к деньгам, к своему материальному, социальному положению, то есть насколько вы принимаете себя, насколько вы принимаете свой социальный статус, чувствуете ли вы себя ниже его, чувствуете ли вы себя равной ему и так далее, и почему. Вот. То есть эти моменты вам нужно обязательно для себя прояснить. В противном случае есть риск того, что вам будет тяжело. Вам будет тяжело с ним общаться, потому что вы всегда будете думать или чувствовать, что он вас как будто бы купил. Понимаете? Вот. А это не является чем-то хорошим для отношений. Ну, в частности, вот для вас, например, да? Это не является чем-то хорошим. Соответственно, после этого, после того, как вы себя немножечко в гармонию приведете, я полагаю, что можно будет обозначить и позицию своему молодому человеку. То есть, например, сказать ему просто, что, дорогой, я хотел бы видеться там чаще. Либо, если вы не можете этого сделать, ну, то есть не можете сказать ему, что хотели бы видеться чаще, вот, то в таком случае вы можете совершенно, опять же, спокойно, не говоря ему прямо, просто в следующий раз, когда он появится, быть с ним грустный, немного отстраненный, вот. И если молодому человеку на вас не плевать, то он обязательно спросит, кто с вами и почему вы так себя ведете. И на это вы ему уже, собственно, и скажете, что, да вот, просто мне грустно, устал, что мы с тобой видимся мало, я понимаю у тебя дела, там и так далее, просто грустно. Вот, я... Мне не хватает тебя, например. Вот. И если молодому человеку, опять же, если вы ему дороги, если вы ему по-настоящему дороги, да, то, соответственно, он проявит себя. С другой стороны, 2 месяца всего лишь прошло, и как бы появился новый знакомый 2 месяца назад, пишите вы. То есть, непонятно, не совсем понятно, как вы познакомились с ним. Не совсем понятно, что вас связывает с ним. Помимо того, что
он пригласил вас на свидание. И, может быть, имеет смысл посмотреть на то, что у вас общего, на то, что у вас, ну, что между вами, что может вас сближать. То есть больше внимания уделять этому. То есть не парки, кафе, а именно какие-то совместные занятия, чтобы вы именно были партнерами. Потому что пока вы не партнер, пока вы чисто пара между мужчиной и женщиной. А эта пара, она как бы имеет как положительные моменты, так и отрицательные. И положительный момент, они заключаются в том, что да, мужчина за вами красиво ухаживает, все вот это вот, но негативный момент заключается в том, что он не видит вас, вас не видит никого больше, кроме как, собственно, женщина. Вот. А это не есть хорошо для отношений, именно для отношений между вами, это не есть хорошо, Поэтому вот так вот, ну и потом он может быть занят, у него могут быть дела, и вопрос заключается в том, насколько заняты вы, то есть, ну, насколько у вас, насколько вы самодостаточный человек, что вы теперь думаете, что он вам... что вы ему не интересны и так далее. То есть откуда такие мысли возникают. Вот, попробуйте проанализировать свое состояние в тот момент, когда вы чувствуете подобные мысли. То есть, грубо говоря, что вы чувствуете в этот момент. Какие мысли, какие ощущения. Какие телесные ощущения, да, то есть, что чувствуете. Вот обязательно это, я думаю, можно будет вам сделать, тогда вы сами поймете, откуда берет начало ваши подобные сомнения в себе. Вот. Как правило, подобные мысли возникают из-за непринятия себя. То есть, вот, возможно, вам в семье говорили, что вы... там не сможете прыгнуть выше своей головы, что там нужно знать свое место и так далее. И вот сейчас, когда вы встречаетесь с этим мужчиной, у вас есть ощущение, что вы его недостойны. И вот это чувство, что вы можете быть недостойны его, оно, это чувство, оно может сыграть с вами весьма злую шутку, поэтому с этим лучше поработать через беседы с психологом, чтобы избавиться от этого, чтобы стать более независимым, более самостоятельным и проще смотреть как на социальное положение, так и на достаток, так и на деньги. И больше внимания уделять все-таки именно духовной части, себе, своим целям, своей деятельностью и тому, что может объединить вас с молодым человеком. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!